Тренировка была тяжелая сегодня. Над чем работали в первую очередь, расскажи. Вышли, немного размялись, отработали ауты, потом немного там выход из обороны. Ну, в общем, стандартная тренировка, которая за 2 дня до игры. Потом в конце чуть-чуть футбол поиграли. Вот, и готовимся уже спокойно. Тренируемся, наконец, в хороших погодных условиях. Весна полноценно пришла. Стоит ждать нашего традиционного комбинационного футбола в субботу? Очень постараемся порадовать зрителей. Над этим мы работали всю неделю упорно. Вот, и будем ждать их. Так погода, да, радует. Хорошо, что солнышко вышло уже и потеплее стало, наладилось. То есть нет минус-плюс, так тяжеловато. Когда уже сейчас плюсик на эту неделю, уже получше и настроение, и все. Урал для нас действительно непростой соперник, судя по результатам последних игр. Чем именно опасен клуб из Екатеринбурга, на твое мнение? Ну, я считаю, что мы должны от своей игры отталкиваться. Вот, и если мы все сделаем правильно, я думаю, что 3 очка добудем спокойно. Вот, и так Урал опасен. Я бы сказал, что хорошо борьбу ведут. Вот, и очень цепкие ребята, поэтому главное с хорошим настроем выйти и на 200% уложиться. Я думаю, все удачно сложится для нас. Позади пауза на игры сборных. Ты оставался в клубе. Какие матчи, может быть, сборных успел посмотреть? Я немного посмотрел Англию с Бельгией, вот, и Англию с Бразилией, но не полный матч. Вот, хотел Испанию с Бразилией тоже посмотреть, но не удалось. Вот, а так в целом, ну, так просто щелкал, там какой футбол был. Вот, смотрел, там грузинов чуть-чуть посмотрел. Вот, ну, само собой, наших. Вот, а так в целом, прям как конкретного матча не выбирал себе для просмотра, так что было. Смотрел еще там, хоккей, зацепил. Вот, поэтому, вот так. Как тебе результат Россия-Сербия? 4-0 многих удивило. Почему удивило? Хороший результат по делу. Вот. Хорошо играли, праздник для болельщиков подарили. Вот самое главное. Даня Хлусевич стал одним из героев. Да, именно он положил начало этому разгрому. Это в клубе его отдельно уже поздравили. Да, да, видел. Молодец. А гол Угальдо Аргентине как тебе? Действующим чемпионом мира. Да, тоже видел. Поздравляю с этим хорошим событием. Молодец, ждем его обратно. Поскорее его. В хорошем настроении, уверен, приедет. Ну, мы, конечно, проиграли, но чемпиона мира забить тоже хороший себе, как подарочек, ну, сделал. Пора уже из-за «Спартака». Ну, надеюсь, в этой игре. Твоя мечта, кому забить гол в будущем? Мечты прям какой-то нету, но если будут какие-то интересные игры, забивать, стараться в каждом матче, а там уже как сложится.